Приветствую вас, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. К вашему вниманию хотелось бы представить устройство на автомобиль Mitsubishi Outlander 2021 года выпуска. В данном случае оно у нас подключилось все корректно. Камера штатная подключилась. Кнопки на руле полностью функционируют. Данное устройство у нас на 4 гигабайта оперативной памяти. 64 накопительные, что позволяет достаточно быстро работать с этим устройством. Все функции автомобиля поддерживаются. Вводится также индикация о климат-контроле. Камера заднего вида. Также на этом устройстве возможно деление экрана на две равные части. Можно разместить на одной половине то, что нам необходимо. Bluetooth музыку, радио, YouTube, все прочее. И это будет функционировать с двумя частями. Становится оно аккуратно, без выступов. Все полностью подходит. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, любите дизлайки. Спасибо, хорошего дня, до свидания.